Книги, канцтовары и детские игрушки. Акция «Добро и радость» в Рязанской областной детской библиотеке только стартовала, а неравнодушные рязанцы уже несут и несут подарки для детей Херсонской области. В приоритете, конечно, литература по истории России, произведения школьной программы, а также сказки, былины и научно-популярные издания для разных возрастов. Акция «Добро и радость» – это сбор книг и канцтоваров для библиотек Херсонской области проходит уже второй раз. Первый раз прошла успешно. Мы очень довольны и получили отклики из Херсонской области. Мы собрали 4000 книг, адресованные взрослым и детям. Мы собрали канцтовары, приняли участие 29 организаций. И нас поддержали многие детские сады. В благотворительном марафоне принимают участие и деятели культуры. Среди них прозаик и поэтесса Ирина Иванникова, а также Ия Пестова, вдова советского писателя Анатолия Митяева. Не пропустил сбор и Нурислан Ибрагимов, как и в прошлый раз. Сегодня он принес и свои авторские издания с автографом. Особенно художественная литература, которая всегда была мерилом ценностей и каким-то смысловым направительным движением в обществе. Поэтому для меня вот это дело сакральное. Наши рязанские писатели, они тоже ежегодно издают книги. Издают книги очень интересные, очень редкие. И я подумал, что поскольку нынешнее время характеризуется тем, что тиражи очень сильно уменьшились, и книги часто не попадают даже в библиотеки вот родного города, в котором мы живем. А тем более, вот, значит, это будет ценный подарок для наших коллег в Херсонской области, которые наверняка будут рады таким подаркам. Организаторы благотворительной акции приглашают принять участие всех, кто хочет поделиться добром и радостью. Принести книги и подарки для детей новых территорий нашей страны можно до 1 декабря. В Рязанской областной детской библиотеке будут рады всем. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».